Привет, друзья! Сейчас мы находимся в университете София. И мы сейчас направляемся в столовую проверить вообще, чем питаются студенты одного из самых больших университетов, самых известных, точнее, университетов в сфере изучения японского языка, иностранных языков в Японии. Так, ничего, много девочек, как обычно. Вот такая столовая прекрасная. Более простенькая она выглядит, чем, конечно, столовая в университете Канда. Такое здание такое, наверное, более новое. Ну, смотрите, полюбуйтесь. В основном одни девушки. Одни девушки. А? Так, значит, сейчас вот находимся в столовой, познакомились со студентами. Нанецкутадеска, дарецкутадеска, конобенто, дзибундецкутскуримаса, хахауя. Вот, говорит, родители ему сделали бенто. Вот там у нас омлет. Так, а вот у нас еще одна студентка. Это дзибундецкуримаста. Ну, смотри, какой бенто. Ойсо, да, не. Херси. Да, вот такие студенты у нас. Познакомились со студентом Макдональд. Вот какой прекрасный вид из София Дайгаку. Еще мне очень понравился университет, пока еще побывал только в столовой и во дворе. Но, в принципе, у них тут есть своя футбольная команда, еще какие-то свои там команды поддержки. То есть много всяких классных занятий. Ну и можете сами посмотреть. В основном одни девушки. Смотрите, вот на японский университет. Казалось бы, да? Женщины занимают мало руководящих постов. В основном везде мужчины работают, а в университетах одни девушки учатся. Тайджи ва тайджи. Тайджи, тайджи ва чотто инай. Тайджи. 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 It was Japanese from the beginning and then it switched to English. そういうクラスの学部なんですけど、結構ああいう話し方すごい多いです。なんか日本語話の準レベルに変わったりとか。そう、みんな英語喋れるんだね、多分この大学。どっちから来ましたか？最初です。スキボ。スキホ。スキホです。スキホ Скихоаки. Так, ну вот, значит, сейчас Скихоаки нам покажет университет. Университет. Ну, вот так студенты сидят, отдыхают, расслабляются. Ну, смотрите, какие здесь подтяжки. Я вообще являюсь сторонником такого мнения, что если вы хотите себе найти японскую девушку, то
обязательно приходите в университет. Следуем, значит, самое старейшее здание в этом университете. あ、結構古い感じね。 Yeah, being student is nice. Yeah. No responsibilities. Hey, right, right. Your rent is taken care of. You're good. All you gotta do is study. Yeah, especially for Japanese, because I think no one pays their own. Their parents pay for it. Yeah, every time. Yeah, I can't say that, man. I pay for every penny. Yeah, me too. Education, right? Me too. Same. Is it expensive in Russia to go to school, man? My university wasn't so expensive. It was like $2,000 per year. Что ж, друзья, спасибо за внимание. Спасибо за то, что смотрите канал, подписывайтесь, ставите лайки, палец вверх. В общем-то, было такое спонтанное, конечно, видео с этим университетом. Я не планировал совершенно его, как и большинство, можно сказать, своих видео. Возможно, я туда еще как-нибудь наведаюсь. Просто сейчас было действительно мало очень времени, буквально там полчаса всего лишь. Ну, надеюсь, вы хотя бы получили хоть какую-то информацию. Конечно, было еще, наверное, ветреное. Надеюсь, вы получили какое-то представление. Вам понравилось. А я увижусь с вами в следующих видео. До скорых встреч.